На карте Чебоксар появится новая улица. Она будет носить имя преподобного Сергия Радонежского, святого, монаха-чудотворца и основоположника русского старчества. Соответствующее постановление подписал глава столичной администрации Алексей Ладыков. До революции эта улица называлась Воскресенской. После носила имя первого председателя Чебоксарского совета рабочих и солдатских депутатов Карла Грасиса. А потом снова сменила название на улицу Калинина. Теперь участок дороги, который спускается от Дома Союзов до Красной площади, получит новое имя. Инициаторами переименования стали Чебоксарская епархия и администрация города Чебоксары. В связи с появлением нового храма и в честь этого храма, улицу, которая соединит этот храм с храмом Воскресенским, с Красной площадью. А дальше продолжение у нас в сторону монастыря по дамбе, которая носит название «Дорога к храму». Да? То есть все как бы в одну цепочку складывается, и целый комплекс получается. Решили вот этот кусочек улицы дать имя Сергия Радонежского. Как сообщили столичные власти, по этой улице строится новый микрорайон Воскресенский. Поэтому особых проблем и больших затрат при переименовании не возникнет. Новые дома получат и новый адрес. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика.